самая простая штука, потому что все нацелены на максимальный результат, все хотят быть в составе, все амбициозны, все. Сейчас опасная атака, которая так и не была остановлена свистком, хотя об этом просили, молили все футболисты Ромы, присутствовавшие в штрафной площади, но свисток Кристофера Пенсо промолчал, и счет открыт. Посмотрим, будем разбираться. Действительно, там было какое-то нарушение. Маркиньос хладнокровно поразил ворота. Там уже никто не мог помешать. Они все остановились. Они все бросили играть. Вот здесь удар. Через Стротмана переступает буквально Тиаго Мотта. Падает. Ну, падает, извините, Тиаго Мотта. Почему руки начинают поднимать футболисты Ромы? О каком они свидетельствуют нарушение правил? Возможно, они увидели здесь положение вне игры у Маркиньоса. С этой камерой мы не определим, в точности так это или нет. То есть он уже в обойме Унай Эмери. И ему нужно просто подтверждать статус. Показывать, что он всегда готов, если вдруг что-то с бразильцами. А вот и атака, и гол. И какой обидный мяч пропускает Альфонс Ареола. Мяч прошел сквозь него. Садик Умар был вознагражден за свою активность. Он так здорово за мячи боролся, пытался цепляться за каждый шанс. И вот он сравнивает счет. Немножко повезло ему, конечно, в этом ударе. С тем, как расположился Альфонс Ареола. Мы видим, что мяч влетел. Самое, что ни на есть, домик. Но где был Дани Алвес? Где был правый защитник, который должен приглядывать здесь за зоной?